Десятитысячная армия Изенгарда маршировала через рельефы мглистых гор крепости Гундабада, чтобы присоединиться к походу орков на севере. Армия состояла в основном из подразделений щитоносцев тяжелой экипировки, а также присутствовали пикинеры, легкие отряды с луками и пару средних подразделений урукхаев. К ночи изенгардская армия должна была оказаться на границах Гундабада. Но их дорогу преградили лесные эльфы, что спешно маршировали в Ривенделл на подмогу Имладрису для генеральной битвы на севере. Численность эльфийской армии была сравни изенгардской – 10 тысяч эльфов, среди которых была также и кавалерия. Подразделения всадников Трандуила являлись редким явлением в формированиях лесных эльфов. Множество лучников и элитные подразделения клинков. Для обеих армий эта встреча была то еще неожиданной неприятностью. Но разведчики эльфийской армии марширующих урукхаев обнаружили первыми и немедленно доложили военачальнику. У лидера лесных эльфов было в запасе не более 10 минут, чтобы подготовиться к атаке. Инициатива и эффект внезапного нападения даст максимума эффекта для победы в битве, что вот-вот развернется. Уважаемые зрители, важная информация. Канал уже больше месяца без монетизации. Если пойдет так и дальше, я буду вынужден закрыть этот канал. Однако с вашей поддержкой удастся избежать этого. Я создал аккаунт на Boosty, где можно оформить спонсорскую подписку. На Boosty я выкладываю уникальный контент, который не выйдет на YouTube. А также вы можете поддержать канал денежными средствами, донатом или по реквизитам в описании. Также я создал телеграм-канал, в котором публикую всю информацию по каналу. А также Яндекс.Дзен, паблик ВК и канал на Рутубе, куда также публикую контент. Ссылки на соцсети в описании. Эльфийская армия сменила формацию и, ускорившись, выдвинулась к армии урукхаев. Изенгардский военачальник поздно прознал о армии эльфов. Он не успевает перестроить формацию орды, пики не занимают передовые позиции. Лишь щитоносцы успевают встать в стену щитов, чтобы предотвратить натиск мчащейся кавалерии Трандуила. Тем временем эльфы уже на всех парах неслись к изенгардским воинам, что не были готовы к битве. Урукхаи встали в оборону. Кавалерия Трандуила, завидев формацию стены щитов, щитоносцев, изенгарда ничуть не усомнилась в необходимости натиска. Тяжелая кавалерия эльфов на полном ходу вдарила по несокрушимым формациям урукхаев. Несмотря на плотный строй щитоносцев, всадникам удается пробить подразделение урукхаев, создав тем самым суматоху в рядах изенгарда. Тем временем, после шокового удара всадников в тылу бежали пешие подразделения эльфов. Лучники орков уже испускали стрелы, опустошая свои колчаны. Кавалерии эльфийской даже удается зайти во фланг, несмотря на склоны, что якобы могли защитить изенгардскую армию от удара во фланг. Изенгардских пикинеров удается вести в бой лишь тогда, когда клинки и прочие пехотные подразделения эльфов напали на уже сражающихся щитоносцев. Тяжелая пехота урукхаев после столь тяжелого натиска кавалерии утрачивает строй стены щитов и принимается сдерживать искусно владеющих ближним боем эльфов. Армии, что по силе были равны, начали свою бойню, что унесет жизни тысяч по обе стороны. Эльфийские лучники стали серьезной проблемой для изенгардских подразделений. Дальность их стрельбы превосходила дальность стрельбы лучников урукхаев. Стрелки эльфов были в недосягаемости. Лучникам урукхаев вместо перестрелки предстоит вести свои залпы по отрядам всадников, что покидают свой строй, чтобы вновь ударить по пехоте урукхаев. Нельзя было дать эльфам создать брешь в обороне, ведь тогда для изенгардской армии все будет кончено. Эльфы продавливают строй урукхаев. Центр построения изенгарда вот-вот будет пробит. Резервов у урукхаев не было, чтобы пополнить ряды армии и залатать собственный строй. На флангах урукхаям удается ценой сотен жизней отбить натиск всадников. Наконец-то лучники эльфийские подошли ближе, нацелясь на стрелков урукхаев. Лишь тогда началась перестрелка стрелковых подразделений. А до того момента эльфийские лучники изрешетили тысячи сражающихся урукхаев. Пикинеры не были способны прикрыть себя щитами, ведь в их лапах находилась Сариса. Многие из пикинеров погибают.
Спустя время центр обороны Изенгарда оказывается проломленным, и брешь с каждой минутой становилась все больше и больше. Отряды клинков просачиваются в тылы, бьют в спины Урукхаем. Тем временем лучники Изенгарда, опустошив свои колчаны, также вступают в бой, нападая с правого фланга. Как итог, весь строй изенгардской армии несет сокрушительные потери, и вот уже эльфы расправляются с урукхаями на флангах, добивая последние пешие подразделения Изенгарда. Урукхаи бегут в тыл, чтобы дать последний бой. Командующий изенгардской армии встает в стены щитов вместе с лучниками. Эльфы, будто не утратив свои силы за время боя, как и в первые минуты сражения, с такой же яростью и ловкостью бросаются на стену щитов Урукхаи. Боюсь, для изенгардской армии все кончено. Эльфы утратили большую часть кавалерии, лишились элитных подразделений, однако все еще в рядах эльфийской армии прибывает множество искусных воинов. Воинов, что неистово рубит урукхаев. Вот-вот все должно было закончиться. Эльфы зашли в тыл и уже успешно нарезали бойцов Изенгарда. Но явились берсеркеры, что шли следом за армией и должны были также пополнить орду Гундабада. Эльфы немедля срываются на бегущих навстречу берсеркеров. И завязывается страшнейшая битва с самой настоящей расчлененкой. Одна голова за другой летели с плеч эльфийских воинов. Кавалерия Трандуэла оказывается полностью перебита. Натиск берсеркеров дал возможность истощенным за время боя урукхаям отступить. Берсеркеры не то чтобы выиграли время для отступления. Возможно, именно им удастся изменить исход боя. Берсеркеры выходили из боя и били в тыл и во фланг эльфийским воинам. Но эльфов было так много, и многие из них все еще были бодры, что берсеркерам не удается опустить мораль эльфов. Остроухи и не думали о бегстве. Мысль о неминуемой победе захлестнула умы остроухих, и уже ничего не могло их остановить. Пока берсеркеры месили эльфов, нападая на тех с тылу,
Эльфы же, в свою очередь, добивали берсеркеров с другой стороны. И так раз за разом разворачивали свой строй остроухие, пока берсеркеры не бежали вовсе. Ошеломленные боевым духом остроухих, лишь Балрог, возможно, мог бы развернуть и отправить в небытие лесную рать. Изенгард утратил 9 тысяч из 10. Эльфы же потеряли 6 тысяч из 10 тысяч. С огромными потерями, но лесным эльфам удается разбить Уруг-хаев.